Что сделали эти дельцы? Они создали в Москве торговый дом. Можно было через концерн продать, договориться по цене и продать на рынке сахар. Нет, создали этот торговый дом. Поставили туда, ну, я руководителей называю, одного, второго, своих. С этих заводов, допустим, в прошлом, в этом году, по бросовым ценам продавали торговому дому в Москве белорусский сахар. Те, увеличив цену, продавали на рынке. Разницу взятками раздавали этим директорам заводов. Но что меня больше всего, когда мне доложили, я же давно на контроле этот вопрос спецслужбы вели. Я контролировал его, мне когда доложили, что по дешевке продавали торговому дому этот сахар, а часть этого сахара какой-то там увеличенной цене возвращалась в Беларусь. Ну, может быть, сахар даже не вывозили в Москву и обратно не завозили, а документы шли туда, переоформляли, и здесь прям с завода на наш рынок поставляли этот сахар с маржой, а потом эту маржу делили на взятки. Это что, нормально? Я в детали не вникаю. Там попались и с погонами люди, сказал, всех под метлу в камеру, всех, даже вот самолет там, нельзя было раньше задержать одного из деятелей, кто там был, Крыштопович или кто, не знаю. Вернуть, сказал, самолет Западной Европы, посадить в Минске и вынуть их оттуда. В течение суток замели всех. Это была, я вам прямо говорю, это была моя жестокая команда. Всех туда и будем разбираться. Все дали показания. Никто их не гнобил, никто их не бил, пальцы в дверь не засовывали, никто ничего не делал. Посадили и сказали, только правду. Все написали, с кем были связаны, кому возили, кому давали, провели обыски, собственности немерено. Там десятки автомобилей самых современных, квартиры десятками, особняки и так далее. У меня никому нет личных претензий. Я защищаю интересы государства. И знаете, что еще вот просто бесит, когда ты сражаешься там за эту копейку, по нефти, по газу, по металлам, по еще по чем-то. Здесь пытаемся достроить, чтобы люди зарплату имели. Эти подонки в наглую средь бела дня воруют. Ну разве это нормально? Ненормально. Поэтому это наука для всех директоров.